Я знаю, что вы уже давно не общаетесь с журналистами. И все же я хочу задать вам вопрос. Если, конечно, вы согласитесь на встречу. Томаса Квика признали виновным в 8 убийствах. Однако он заявил, что на его счету еще 20. Как можно осудить за убийство, если нет никаких признаков совершенного преступления? Попробуем покопаться в архивах. Вдруг что-то всплывет. Нет. Да. Нет. Да, потому что... Нет. Все и так давно в открытом доступе. Что именно мы ищем? Доказательства. Мне нужны конкретные улики. Если что-то пойдет не так сразу, нажимайте эту кнопку, мы рядом. Вы признались в десятках убийств, но ни одного свидетеля. Ни следов ДНК, ничего, что указывало бы на вас. Как вам это удалось? Я не желаю в этом участвовать. И покрывать ваши ошибки. Он виновен, они врут. Поймите, он может убить снова. Обвинение не может так ошибаться. Меня больше нет. Меня больше нет. Меня больше нет.